Здравствуйте, мои дорогие подписчики! С вами Женя и гости канала. С вами Женя. И сегодня посмотрим, какие же потрясающие события произойдут в самое ближайшее время. И они будут действительно потрясающие, они будут прекрасные, я надеюсь. Смотрим. Вы знаете, я делаю разные расклады каждый день, и каждый раз определенная колода меня зовет, и сегодня это золотое колесо, и опять выходит карта. Потрясающее событие – это вы на пороге чего-то нового, чего-то более волнующего, чего-то более вдохновляющего. Знаете, как это перерождение, но не перерождение в плохом смысле этого слова, а именно перерождение – это перенаправление вас куда-то, где вам будет лучше. Вот это первое, что я увижу. Это потрясающе по той простой причине, что я же говорю, делаю разные расклады и вижу одну и ту же информацию, что карты хотят вам сказать, что вы на пороге перемен. Давайте мы посмотрим, что же это потрясающее. Потрясающие перемены. Ну, конечно, потрясающие перемены, которые по колесу фортуны говорят о том, что это перемены, которых вы сами хотите, перемены, которые принесут вам улучшение во всех сферах вашей жизни, перемены, которые дадут вам понять, что вы на правильном пути, потому что вы оставили что-то сзади, что вам мешало. Вы знаете, я чувствую, что как будто бы какой-то балласт вы с себя скинули, балласт тяжести, балласт негативной энергии. И неважно, в какой сфере жизни, потрясающе то, что вы готовы к этому. И высшие силы, Вселенная, Господь, кто во что верит, помогают вам в этом. Главное, чтобы вы верили. И еще я посмотрю, что же за потрясающие перемены. Дело в том, что потрясающие перемены будут еще связаны с тем, что вы начнете видеть исполнение всех ваших желаний, мечт, достижение целей. Вы перешли какой-то рубеж, который на сегодняшний день уже ведет вас к исполнению ваших желаний и к достижению ваших целей. Поэтому это действительно потрясающе.